Так, всем привет! Сегодня будем чуть-чуть попозже высаживать банан, карлик, ковентиш в открытый грунт. Сейчас еще зальем немного воды, потому что в открытой теплице влага уже получается. Тут вентиляция работает от солнечной панели, то бишь обмен температур и влаги быстро улетучивается. Так, сейчас мы добавили сюда утиный помет, который в ванной пару лет прел. Это корни у нас, видно, гранат полностью после мороза, практически, ну весь, грубо говоря, восстановился и пошел в рост активно. Так, и еще немного добавим сюда, вот почти полная ванна кофе. Вот так вот возьмем и будем, ну и скислим грунт. Для чего? Здесь в Херсоне, поселок ПГТ Камышаны, вода щелочная. Это будет в будущем поддерживать pH грунта при поливе самого банана. Бананы любят средний pH 5,6 до 6. Так, в принципе, можно прерваться, когда вода уйдет. Мы тогда включимся и будем высаживать банан с детками вот в эту яму. Так, вот банан. Вот он у меня был в таких горшках. Эксклюзивные, большие. Вот сейчас его будем высаживать вот в эту яму. Заранее подготовлено. Добавлено кофе. Сейчас будем стараться аккуратно его достать и высадить, чтобы не повредить ни деток, вот такие вот корни.
Ризому мы, наверное, надо чуть-чуть глубже его будет посадить. Сейчас. В принципе, при поливе он еще сядет. Но так вот. Так вот. Засыпем его. Типа лунку сделаем и хорошо прольем. Так, где наша лейка? Воду я беру отстоянную. Она у меня на улице, в ванной. Туда добавляю чуть-чуть кофе. И добавил еще травы свежей, чтоб побольше азота. Так, листья могут погореть немного на солнце. Ну, это не страшно. Они потом отойдут. Вот так вот. Немножко гнили вентиляции в квартире. В доме мало, ну это не страшно. Так, вот чем я хотел с вами поделиться. Все, всем пока.